Саламатсыз дарбы, урматтуу бүгүнкү жыйынтын катышуучулары. Кворум бар, жумушта баштасак болот. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего заседания. Кворум есть. Начнем работу комитета. Уважаемые коллеги, у вас на руках проект повестки дня. Три вопроса в повестке дня. А какие будут предложения? А поскольку у нас присутствуют, участвуют другие члены комиссии, депутаты, я хочу уточнить, нет ли желающих высказать мнение, дополнение, позицию. Если есть вопросы по докладу, значит, предложения по тексту постановления, я прошу высказать свое мнение, свою позицию. Они представлены в данном проекте постановления, но это проект, поэтому каждый депутат может внести свои предложения, свое видение. Уважаемые коллеги, по проекту постановления, по докладу, пожалуйста, ваше предложение. Есть необходимость озвучить проект постановления? Это проект постановления, я его зачитала. Я хочу обратиться, есть ли, уважаемые коллеги, к проекту постановления вопросы, предложения? Прошу озвучить. Пожалуйста, Искендер Исмаилович. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Негизинен биз справканы комитеттин мүчөлөрү, ушу депутаттар бир жумадан бери катуу талкуу болдук. Анан мен ойлом комиссиянын составында койташ боюнча Кыргызстандагы эң тажрыйбалуу адамдар катышты, инсандар катышты. Арабызда генералдар бар, соттор бар, жарандык коом бар. Мен ойлойм, ушу справкадагы бардык келтирилген, ушу изилденген. Мен ойлойм, справка биз баарыбыз, мен оюмча мен макулмун деп эсептейм дагы. Ушу азыркы комитеттин чечимин, ушу жогорку кеңештин пленардык сессиясына алып чыкканга ушу колдоп коюңарды чакырам. Башка сунуш жок.